2000 years later. Это хайлайтер. Он очень хороший и стоит копейки. Я заказывала в Алиэкспрессе. Ссылочку оставлю внизу. Сейчас. Вроде он маленький с виду, но его хватает очень-очень долго. Открывайся. Вот он. Дальше у нас идет. Надо было, конечно, ножницами, но я нетерпеливая. Какая-то что? О, это линзы для глаз. Я заказывала красную. Офигеть. Я никогда не надевала линзы, мне просто было интересно. Ну-ка посмотрим. Надеюсь, мои глаза не испортятся. Такая штука тут есть. Так, а тут что? И все, а тут написано, типа, как надевать их. Вау. Я буду вампиром. Красные линзы. Но я никогда не надевала красные линзы. Ведь никогда не пользовалась линзами, даже обычными. Хотя у меня зрение минус 4. Ну да ладно. Потому что... Я боюсь, а тут просто с Алиэкспресса, и ты не знаешь... Нет, это спандал. И ты не знаешь, не выпадут у тебя глазенки, нет. Потому что мне очень страшно их надевать. Но мне так охота. Я даже не знаю, что за жидкая это, такая жидкая штука. Но я прочитаю в интернете. Надеюсь, все будет хорошо. У меня будут красные глазки. Мне нравится даже, как они выглядят. Они такие классные. Ладно, я потом почитаю и потом сниму отдельно видео про линзы. Так, ну, я думаю, что тут кепка. Это я заказывала в Пандао. Ну да, мужская кепка или... Ну там написано было унисекс. Сейчас я вам покажу. Та-дам! Ну, в принципе, она хорошая. Я заказывала таких... Я вообще случайно заказала. Я заказывала одну, но там случился глюк, и получилось так, что я заказала три. Так. Ну, все, в принципе, на этом все. Когда придут остальные заказы, я вам их тоже покажу. Thanks.